¿Sí o no? Da, da, da. Третья песня. Девочки, следующая песня. Это сложно. Это нормально. Не было. Вот, вот, вот. Да, 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 да. Так, следующая песня. Вот эта кошечка у нас. Вот прям взорвала зал. Конечно, Санта-Барбара. И я вам зачту этот балл, если вы скажете, на какой серии вы закончили просмотр. 1200-300. Так, ну какие персонажи были? Сиси Хэпфу. Только Круска. Это нет, по-моему. Это готовы? И я уже вижу лидера. Итак, слушаем. Так, ну что ж, давайте тогда послушаем кнопку «Мяу». Да, «Мяу», «Мяу», проголосовала больше. Итак, правильный ответ. Я подарю букет. Едем за Зря он гавкал, конечно. И это, конечно, я буду
Вау, так. И вот однажды. И вот однажды за собачка баранов послась. В общем, больше не наливаем гиви, но хороший тост. Выкручивайтесь, выкручивайтесь из ситуации. И вот видит Олег. Мы просто более трезвы, давайте, мысли. И вот Олег, ну там какая-то собачка послалась с баранами. А, да, я тоже хочу пить то, что он пьет. Да. Можно. Да, можно, можно, брат скажет. Вот. Ой, подождите. Ой, я отвечаю, короче. Вот вам здоровье. Всего самого наилучшего дома, короче. Вот все, что желают у нас вот на Кавказе, мы вам желаем. Один пил, другой курил. Встаньте к нему, вы нашли друг друга. Все-таки вернемся к вам, Ашот. Да, пойдем, да. И вот увидел он в этих собаках и баранах самую прекрасную вещь вообще в мире, которую мог увидеть. И это была... Вах! Жена! Вай-вай-вай! Так, выпьем же за... За любимую жену Олега! За любимых детей Олега! За любимых маму, папу Олега! И за самого Олега! Ой, красиво сказано! Ну, чтобы тост, тост, чтобы был красивым, а не пляшет лезгинку. Вот все, все на Кавказе. Итак, лезгинка в студию! Все спиной. Итак, чтобы запомнили вас всех на мероприятии, вам сейчас эту дату надо написать пятой точкой. Первая цифра 2. Точка. Двоечка пишем вот так. Двоечка. Пишем двоечка. Отлично. Единичка. Поведись. Сегодня не 21, а 20. Еще раз. Двоечка. Мне просто нравится, как они пишут. Кисточка шикарная. Нолик. Нолик. Точка, точка. Вы видели, какой маркер, а? Дальше еще нолик. Нолик. Девяточка. Точка. И
конечно же, 1971 год. Пишет единичка. Девяточка. Семерка. И единичка. И три восклицательных знака, потому что великий человек родился. Раз, два, три. Поворачиваемся. Сертификат. Я видела их кисточки, а вы не видели. Но вы видели, какой каллиграфический почерк у многих из троих, да? Давайте голосовать. Кто считает, что маркер под номером 1 победил? Аплодисменты. Ничего себе, это группа поддержка. Кто считает, что маркер номер 2 победил? Аплодисменты. Сложно, и они подкупили публику. Кто считает, что маркер номер 3 победил? Давайте победит тот и получит сертификат. Тот, кто быстрее всех поцелует всех присутствующих дам. Время пошло, быстрее! Целуй всех, быстрее, быстрее! Всех девчонок, быстрее! Еще одну! Давай! Но вы не познавали меня, это же девочка. Поэтому все. Вы остались без телефона, но уверенно шли.